Не говорите на них ни на что, они сделали все, что могли. Поддержите их. Ստանում էին հսկայական ազատ տարածություններ եւ գոտիներ եւ տպավորություններ, որ մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները խաղում էին ավելի սեղմված։ Արդյոք դա ձեր առաջադրանքն էր, որպեսզի կարողանայիք քիչ թե շատ դիմավորել մրցակցի գրողները, թե Խորվաթիայի հավաքականի ֆուտբոլիստների ցուցադրած խաղն էր պատճառը։ Александр Васильевич, у хорватских футболистов были большие пространства в атаке. Было ли это вашей установкой, чтобы было легче их встречать, или это все-таки они сумели так сыграть? Да, это они сумели так сыграть. Карцма майо, да, Ленин Карватса, нет, Песхавал. Армен. Պարոն Պետրակով, հանդիպան ընթացքում Անդրեյ Կալիզիրը շատ էր հայտնվում հարձակման գծում, մասնարապես աջ վինգերի գոտում, արդյոք դա ձեր առաջադրանքն էր, թե պարզապես խաղափրկելու մեծ ցանկությունն էր պաշտպանին ստիպում գնալ առաջ? Во время матча было много эпизодов, когда Андре Кализир оказывался в атаке, особенно на правом фланге, играл как бы правого вингера. Было ли это вашей установкой или из-за того, что мы проигрывали, просто по ходу матча он много шел вперед? Нет, это не было моей установкой, это просто его инициатива. Я ему очень благодарен. Он не играл месяц, получил травму. Он приехал, я его вызвал в сборную, он восстановился, он не играл. Вышел, сыграл полную игру после травмы. И просто он хотел помочь и бежал в атаку. Вот и все. Я тоже ему очень благодарен. Человек приезжает в сборную, такой очень позитивный человек, приятный человек Андре. Очень приятный. И в коллективе, знаете, в обстановке. Так что молодец, он сегодня сыграл хорошую игру. Ոչ իմ առաջադրանքը չէր, ուղղակի տեսնելով, որ պարտվում էինք նա իր նախաձեռնությամբ շատ էր միանում գրողներին, փորձում էր օգնել խաղընկերներին առջևում, և իրենից նույնպես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև Անդրեն մոտ մեկ ամիս չէր խաղացել, բայց մեծ ցանկությամբ գալիս է հավաքական, և ընդհանրապես շատ դրական անձնավորություն է, դրական մարդ է, և կոլեկտիվում էլ բավականին դրական է նրա պահվածքը։ Արդ Арат Мамбриян, sport24.com. Александр Васильевич, скажите, вот вы сказали, мастерства не хватило ребятам, а вот за счет чего именно вот делали упор, да, в этой игре? За счет чего хотели переиграть? Что-что? Вот, за счет чего хотели устроить проблемы хорвату, за счет чего хотели создать моменты, какие компоненты вот вы отмечали в игре хорвату, что вот там вот мы можем что-то создать? Вот мы видели офсайды, контрпрессинг, но можно ли сказать, что вот план на игру полностью вот где-то не оправдался? Спасибо. Мы настраивали их, мы хотели их сыграть за счет латералей, потому что они высоко поднимаются, их не крайние защитники. Мы хотели нацеливать на счет, чтобы за счет латералей выйти через середину поля. Мы видели первый тайм, столько брака было, просто брак, ну, это, наверное, нервозность, усталость, недовосстановление. Я сам откровенно первый тайм не узнал, ребят. На ровном месте такие делали ошибки, хотели выйти. Потому что, скажем так, накрывать Брозовича, это было бессмысленно. Человек покрывает все футбольное поле, не остается в центре. Поэтому кого-то к нему приставлять даже, чтобы брать Брозовича, было бессмысленно. Ну и видели, что хорваты практически вообще не ошибались в передачах. У нас был такой брак, это и... Ну, знаете, есть такое выражение, но не просто сильнее. Просто сильнее. Мы за счет характера хотели, самоотдачи запредельной, все. Ну, ребята старались. Вы понимаете, у меня нет к ним никаких претензий. Если вы, я понимаю, вам не нравится,
вас уже ожидания другие. Ну, мы будем работать, стремиться, радовать своей игрой дальше. Будем искать варианты усиления. Я думаю, что они будут. Федерация футбола над этим работает, и президент, чтобы усилиться. Самое главное, чтобы ребята, те, что есть у нас, чтобы были здоровы. У нас очень много уже желтых карточек. Уже Раян пропустил игру, у него 3 желтых карточек. У Чаревича 2, у Мкрчана 2 карточки. А вы сами понимаете, ну, практически сейчас на этот уровень замен, ну, сложно. Скажем так, ребята, которые уходят на замены, очень великолепные люди, великолепно относились к работе, в тренировках, но еще на сегодняшний день они не готовы играть, выходить в основном составе. Մենք փորձում ենք լատերալների միջոցով, մեր լատերալների եզրային խաղացողների միջոցով դուրս գալ հարձակման, օգտագործելով այն, որ նրանց եզրային պաշտպանները բավականին բարձր են դիրքավորվում, սակայն առաջին խաղակեսում խոտանը շատ էր, ես ճիշտ ասած նույնիսկ զարմացած էի, որ այդքան շատ է խոտանը, հետագայում Մարզիչը նաև նշեց, որ ամեն դեպքում աշխատանք է տարվում, որպեսզի հավաքականը ուժեղացվի, հրավիրվեն նոր ֆուտբոլիստներ, այդ հարցով զբաղվում է ինչպես ֆեդերացիայի նախագահ, այնպես էլ ամբողջ ֆեդերացիան, և հույս ունենք, որ մեր այս ֆուտբոլիստները, ովքեր կան թիմում, վնասվածքներ չեն ստանա, ինչպես նաև որակազրկումներ նոր չեն լինի, որովհետև արդեն իսկ Վարազդա Թարյանը բաց թողեց այս հանդիպումը, Չանչարևիչը ունի 2 դեղին քարտ, Ստոպա Մկրտչյանը ունի 2 դեղին քարտ. Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի հիմնական կազմի բոլոր ֆուտբոլիստները կարողանան հետագա խաղերին նույնպես պատրաստ լինեն մասնակցել. Սուրեն. Սուրեն Մելիքսեթյան, Fast Media. Պարոն Պետրակով, դուք նշեցիք, որ հնարավոր համալրումներ կարող է ունենալ հավաքականը. Ես ցանկանում եմ Արթուր Ավագիմյան, մեկ, երկու, ես ցանկանում եմ Արթուր Ավագիմյանի, իզվինիցի, Արթուր Ավագիմյանի մասին եմ ցանկանում հարցնել, որը ուկրաինական Չեռնոմորեցում է խաղում, արդյոք հետևում եք նրան, ինչ կասեք նրա որակների մասին, Ավագիմյանը իմ ծանոթ բարեկամը չէ, ուղղակի ունեմ տեղեկություն, որ ինքը ցանկանում է խաղալ Հայաստանի հավաքականում, շնորհակալություն։ Александр Васильевич, вы упомянули, что сборную могут пополнить новые игроки. Знаете ли вы, слышали ли вы о футболисте Артуре Авагимяне, который играет за Черноморец Одесский? Он не мой родственник, просто я слышал, что у него большое желание выступить в сборной Армении. Следили ли вы за его выступлениями? Я знаю хорошего этого футболиста. Я его хорошо знаю. Я считаю... Я считаю, что он не сильней в данный момент исполнитель, который есть у меня. Здесь большая конкуренция именно в линии атаки. В Армении нет вратарей, в Армении нет защитников, в Армении нет опорных полузащитников. Все нападающие, все вингеры и все под нападающими. Понимаете? Вот в чем загвоздка, вот в чем, понимаете, я не могу набирать, вы сами понимаете, 10 человек и что, нападающих. Эти ребята мне нравятся, они уже в составе играют, и Бичакчан молодой, и Серабян Артур ушел в португальский чемпионат, понимаете? Тот же самый Зеларайан, Лукас, Лукас Америки, тоже надо понимать, люди едут, и Бриаско, он летит по 20 с лишним часов, по 25 часов, летит, чтобы помочь сборной национальной, парень приезжает, это тоже надо уважать, правильно? Такое. Я буду вызывать черноморца, он захотел, ну еще хотеть не вредно. Для начала, вы понимаете, вот должен этот человек, Артур Авагимян, знаете, что сделать? Подсказать вам? Давайте я вам подскажу. Позвоните ему и скажите, он должен приехать в Армению и получить паспорт. Подать документы и получить паспорт. Стать гражданином Армении. Армянином стать. Но они же этого не делают. Вы понимаете, о чем я говорю? Пускай приедет сюда, выберет время, получит паспорт. Придет и скажет, я имею паспорт, я гражданин Армении. Он украинец. У него паспорт украинский. Вот и все. Это мое личное мнение. Раз человек хочет, приедь, получи паспорт, правильно? Пойди, у вас же упрощенное здесь. Доказал распом, как мне говорили, да? Мне не сложно же, так?
Милости просим. Я за всеми смотрю. Если вы думаете, что я за кем-то не смотрю, не слежу, я смотрю за всеми людьми, за ребятами. За... У меня нет никому предвзятого отношения, чтобы вы знали. С агентами я никогда не дружил. Так что ко мне это все чисто и открыто, прямо вам говорю. Я ответил вам. Ես շատ լավ գիտեմ Արթուր Ավագիմյանին, ես կարծում եմ, որ նա այնքան էլ ուժեղ չէ այն ֆուտբոլիստներից, որոնք ես ունեմ հարցակման գծում, պետք է հասկանալ, որ Հայաստանում քիչ են կամ չկան դարպասապահներ, կենտրոնական պաշտպաններ, հենակետայիններ, բոլորը հարցակվողներ են կամ եզրային ֆուտբոլիստներ են կամ ենթահարցակվողներ են, ես չեմ կարող իմ թիմը կազմել միմիայն հարցակողական գծի ֆուտբոլիստներից, ինչ վերաբերում է Արթուր Ավագիմյանին, ապա միայն ուզելը քիչ է, եթե նա ուզում է հանդես գալ Հայաստանի հավաքում, առաջին բանը, որ նա պետք է անի, պետք է գա Հայաստան և դիմի անձնագիր ստանալու համար, այս պայդրությամբ նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, Ուկրաինայի քաղաքացի է և նրա հանդես գալ Հայաստանի հավաքում անհնար է։ Գագիկ Եղեզարյան, ՀՄԿ Պլյուս, Թուրքիայի խաղում էր թիմը ընդհանրապես խաղային կարգապահությունը նորմալ էր, բայց այս անգամ բավականին ցածր էր։ Ֆուտբոլիստները իրենց դիրքերը լքում են և չէին հասցնում փակել և այլը։ Ինչ էր պատճառը այս անգամ, որ այդպես ցածր էր խաղային կարգապահությունը։ Игровая дисциплина в матче против сборной Турции была на высоком уровне, но в сегодняшнем матче было много эпизодов, когда игроки нарушали эту дисциплину. Некоторые бросали свои зоны и открывалось много открытого пространства для сборной Хорватии. Что было причиной этому? Усталость. Это усталость. Это знаете, как называется? Вы в футбол не играли никогда? Ну, знаете, когда это накопление идет, усталость, просто-напросто ты это хочешь, сердце, голова не соображает. А? Закипает, знаете. Туда подходит давление под 108, под 200. А? И он закипает, и нарушается игровая дисциплина, и голова не соображает. И вы не забывайте, что как-никак Арутюнян только исполнилось 19 лет. Степа Макарчан 20 лет. Они еще должны по 2 года играть. За Ю-19 мог играть Арутюнян, вы поняли? За сборную. А парень играет со сборной Хорватии, бронзовый призер чемпионата мира. Мать. Парень играет с финалистом Лиги наций. Играли с Испанией вроде, да, не по пенальти проиграли, а? Давайте, ну, мне кажется, что немножко завышены у вас ожидания от этих ребят. Наоборот, и мне кажется, что вы должны их поддержать, как армяне, и поблагодарить их за это. Вы не забывайте, Серобян, 20 лет, Бичакчан. 99-го, да? 24 года. А? Ранос, 20 лет. Ребята хотят, вы же видите, нету такого, что, знаете, кто-то не хотел. Вот у вас, например, вы сидите, есть какие-то вот к ребятам претензии по самоотдаче. По мастерству, да, ошибки, правильно, потери мяча. Но это все, я думаю, поправилось. С таким характером, какой у них, самоотдачей. Вы знаете, приятно, что эти ребята в таком возрасте, я думаю, что будет нормально, мне так кажется. Не знаю, может, я ошибаюсь. Но я думаю, что они на правильном пути. Կարծում եմ մեծ դեր էր խաղում հոգնածությունը, բացի այդ պետք է հաշվի առնել, որ ֆուտբոլիստների մեծ մասը շատ երիտասարդ են։ Գյորգի Հարությունյանը, Ստյոպա Մկրտչյանը, Ռանոսը, Միչախչյանը, բոլոր երիտասարդներ են, նրանցից որոշները նույնիսկ կարող են խաղալ մինչև 21 տարեկանների հավաքականում, բայց խաղում են ազգայինում և այն էլ այսպիսի թիմի դեմ, ինչպեսին Խորվացիան է, այդ պատճառով կարծում եմ ավելի շատ պետք է փորձեք ոչ թե քննադատել, այլ աջակցել նրանց հատկապես այն բնավորության համար, որ նրանք ցույց տվեցին այս խաղում մեծ հաշվով զիջելով վարպետության մրցակցին։ Հայկ. Պարոն Պետրակով, Հայաստանը Խորվաթիա համանություններ ունեն, հատկապես Հայաստանը Խորվաթիան շատ նմանություններ ունեն, մասնավորապես տարածքով, բնակչության թվով, ֆինանսական հնարավորություններով, օրինակ ամիսներ առաջ Զլատկո Դալիչը ասում էր, որ նրանք այլևս միջազգային մակարդակին համապատասխան ստադիոններ չունեն։ Այդուհանդերձ նրանց ֆուտբոլը շատ բարձր մակարդակ է, ինչ եք կարծում, արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանը հասնի այդ մակարդակին և որքան ժամանակ և ինչ է հարկավոր դրա համար։ У Армении и Хорватии, как у стран, очень много схожего населения, территория.
И тренер сборной Хорватии Златко Далич недавно говорил, что у них уже нету стадионов хорошего уровня. Но несмотря на это, у Хорватии очень большие успехи за последнее время в международном футболе. Как вы считаете, что нужно, чтобы Армения могла достичь таких же успехов на этом уровне? Ну, это комплексный, очень сложный вопрос, понимаете. Я понимаю состояние Армении. Я полгода здесь нахожусь уже, не больше, наверное, да, 9 месяцев или 8. Все надо начинать с детско-юношеского футбола. У них очень развита инфраструктура. Я там не раз был в Хорватии. Погодные условия позволяют круглый год играть в футбол, заниматься на свежем воздухе ребятам. Это тоже очень огромное имеет значение. И в детско-юношеский футбол там вкладываются деньги. Почему? Они за счет этого и живут. И федерация футбола, и клубы, то, что выращивают футболистов и продают в западные клубы. Хорошо продают, на этом зарабатывают. Вот на эти деньги, вы поняли? На эти деньги они строят и базы. У каждого клуба есть базы. Детские школы великолепные, все обучены, технически оснащены, здорово. Так что вы правильно сказали, что много общего, имейте в виду по количеству населения, да? Да. Да, по количеству населения у них где-то около 5 миллионов, кажется, да, в Хорватии. Около 4. 4. Ну, мне говорили 4,5 под 5, они говорили. Так что вот я вам ответил на этот вопрос. Вот надо начинать просто все с детско-юношеского футбола. Я так походил, посмотрел, скажу откровенно, детки тренируются там на базе, там, где находится база национальных сборных. Тренера неплохие ребята уже подтягиваются, дети уже, у детей интерес появляется к футболу, знаете. Это все комплексно, потому что там даже вот родители, понимаете, они ведут детей в футбол в Хорватию, приводят в секции, знаете, там есть и детские площадки хорошие, стадионы, там могут ребята и помыться, и тренера квалифицированные, потому что знают, что могут стать футболистами, могут стать богатыми людьми, откровенно. Ну, вот это я вам объяснил. Կարծում եմ առաջին հերթին պետք է ներդրումներ անել մանկապատանեկան ֆուտբոլում։ Խորվացայում Պետրակովը բազմիցս եղել է և տեսել է, որ շատ զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեն, եղանակն էլ կլիմայական պայմանները թույլ են տալիս, որպեսզի կլոր տարի ֆուտբոլ խաղան։ Առաջին հերթին հենց դա է այն գործոնը, որի շնորհիվ Խորվացայում զարգացածը։ Պետք է դրան քայլ առ քայլ մոտենալ, իհարկե բնակչությունը և տարածքային առումով հնարավոր է մոտեն, բայց այնտեղ նաև այլ հանգամանքներ կան, ինչպես մարզիչը նշեց, որոնց շնորհիվ ֆուտբոլը Խորվացիայում զարգացած է։ Արգի լրագրողներ, քանի որ մեր հյուրերը արդեն սպասում են, ավարտենք պարոն Պետրակովի ասուլիսը և շարունակենք արդեն Զլատկո Դալիչի ասուլիսով։ Շնորհակալություն։ Да. Не скажите мне откровенно, я хоть раз вас обидел, кого-то оскорбил журналистов. Мне просто, знаете, как-то неприятно на это. Ну, скажите честно, я кого-то вас унизил, оскорбил хоть раз? Нет. Нет, скажите, коллективный ответ. Есть претензии вот у кого-то у вас? Правильный ответ нет, да? Ну, за это спасибо, откровенно. Знаете, а то мне пишут, там говорят, что я оскорбляю вас здесь. Просто веду себя безобразие такое вытворяю с вами. Мне кажется, что я отвечаю вам на вопросы, как могу, искренне. Давай поставим. Саркис Адамяни Масин, Павел Петраков, Попухтян на Аурцин Нек, Байцтенан Таш Турчберецик, Намикани Тария, Хаума Бундеслигаем, Чиште, Хоч Шат Хараджамана Кестану, Байцкарцман Бундеслигаем, Хофенайму, Камкьорном, պատահական ֆուտբոլիստներ չեն լինում։ Ինչն է պատճառը, որ նա գալիս է հավաքական և հակասական ֆուտբոլ է խաղում։ Շատ հազվադեպ է եղել դեպքեր, երբ նրա խաղից կարելի էր գոհ մնալ։ Вопрос о Саркисе Адамяне, у вас была возможность вы Саркисе Адамяне. Саркис Адамян? Да, да. У вас была еще одна возможность сделать замену, но вы не выпустили его. Не одна, две. Я мог еще две сделать. У вас была возможность выпустить его, но вы не выпустили его на поле.
он играет в Бундеслиге, я считаю, что там случайных футболистов не бывает. Что является причиной того, что когда он приезжает в сборную, иногда он показывает противоречивую игру, то есть иногда хорошо играет, иногда плохо. С чем это связано? Да мне кажется, вы задайте этот вопрос ему. Так будет, знаешь, правдивее. Занги, Арцель. Да. Что? Вы понимаете, я, откровенно говоря, я хотел сделать замену и все остальное. Но я видел, что Лукас Зеларайан, он играет в Саудовской Аравии все по 90 минут. Он уже переехал здесь рядышком. Он очень хорошо выглядел. Я мог Адамяна выпустить только на позицию. Если говорить откровенно, он не наконечник нападающий, вы понимаете? Он не наконечник. Он может играть какого-то тянутого нападающего. Я пока еще не готов так играть. Вы понимаете, почему? У меня были мысли, прямо вам скажу откровенно, были мысли, я давно это хотел, чтобы перейти на схему 4-3-3. Вы поняли, да? Во время игры просто-напросто перейти, выпустить одного хава, полузащитника. Вы понимаете, мне нужен хороший опорный полузащитник, чтобы поднять вверх Эдика, вы понимаете? Туда. Ну, на данный момент, ну нет. Я же отвечаю за результат. Ну, нет такого у меня игрока. И два парня еще, им рановато. Армянские наши защитнички, даже Степа Макарчан поехал играть в Хорватию. Я говорю, Степа, это здесь мы играли. Там в Европе, защитники играют один в один, остаются. Говорю, ты понимаешь, один в один играют все остальное. Он приехал, начался это самое. Первая там игра, вторая, третья. Степа три, первый тайм. Вы помните, его заменили после первого тайма? А? Все три, все Степа. Один в один. Знаете. Его раскачивали, обыгрывали, все остальное. Да. Его заменили, вы знаете, даже удивительно, скажу вам откровенно, три главный тренер тоже Степа. Да, я говорю, где ты его нашел? Говорит, главный тренер, чтобы тоже был Степа. Он ему доверяет, парень прогрессирует, он, знаете, сегодня был страшно расстроен после первого тайма. Я поговорил на повышенных тонах, но я зашел, скажу, после игры откровенно, я зашел, его обнял, да я всех обнял, ребят, каждого человека поблагодарил. Так что вы понимаете, да, еще, ну... Они хотят, ну, видите, Арутюнян даже не играет в премьер-лиге. Иногда там выйдет, Жора. Да, выйдет. А здесь играет, выходит играть с Арменией с лучшей командой мира, одной из лучших команд мира. И чтобы предъявить ему сильные претензии, правильно, пальчику, ну, тоже, ну, нельзя, согласитесь. Поэтому я вас так искренне прошу, вы их просто поддержите. Они вас отблагодарят. Я чувствую это. Они благодарят. Потом. Попомните мои слова. Ответил. Да. Что еще? Ничего? Не обидел еще раз? Никого? Ну, спасибо, ребята.